На самом деле, есть такой знаменитый великий философ 20 века Карл Поппер. У него был интересный тезис, который я посчитал довольно эгалитарным, возможно, даже в некотором контексте радикально. Он утверждает, что все люди являются философами. То есть для нас, для всех свойственно быть философами. Это не значит, кринж, что все мы с рождения имеем корочку там, кандидата философских наук или бакалавриат философии, это не то. Он имеет в виду немного... Ну, у меня, у Лемона нет бакалавриата философии, заметим. Много другую, более тонкую вещь. Он старается указать на то, что философские проблемы для нас... На самом деле что-то естественное. Мы с ним... Не, если все люди философы, просто термин философа не имеет никакого смысла. Ну, просто потому, что можно взять и приравнять человек равно философ. Определение Поппера плохое. Ну, вот оно ничего не показывает. Оно не отделяет одно от другого. Оно не определяет содержательно. Вот не позволяет нам сказать, вот философ, а вот не философ. А, ну, или, например, вот там камень, а вот это уже не камень. Вот это вот там Ирина, а вот это вот Вячеслав там, например, да, не позволяет нам различать. Главный критерий определения — это различение в языке чего-то там, соответственно. Все люди-философы, ну, у нас есть множество людей, у нас есть множество философов, они полностью совпадают, это синонимы. Зачем? Ладно, с другой стороны, наверное, понятно, что это образное высказывание. Наверное, ну, все-таки Поппер буквально не считал, что все люди философы. Люди, наверное, с умственной отсталостью не философы, дети не философы. И, наверное, старики в глубокой старости, короче, с амнезией, там, деменцией и так далее, тоже, наверное, уже не философы. А, вот. Так что здесь, наверное, все же не полное совпадение, но все же это довольно странно. Что самое главное, в традицию совершенно не вписывается. Ну, в греческую, в античную, в какую-то. Ведь греки первые использовали слово философ. Первые. А следовательно, надо немножко смотреть, озираться на греков. А что они там понимали под философом? Под философами греки явно понимали определенную, довольно узкую группу людей. Как минимум. Это у Диогена Лаэрского очень легко вычитать. То есть, и более того, ну, следует заметить, что они считали, что только у греков были эти самые философы, и в этом достижение греческой философии. Но мы не будем обращать внимание как бы на фашизм, ну, точнее, на национализм самого Диогена Лаэртского, да, и попробуем просто посмотреть, по каким критериям он определял, кто философ, а кто не философ. Я делаю большую ставку на то, что это критерий, ну, со всякими доказательствами, да, что это критерий прежде всего продуктивность данного персонажа. То есть, если этот человек создал что-то, какую-то идею или ее очень активно дорабатывал, следовательно, он философ. И Диоген Лаэртский, конечно же, не прав, когда говорит, что таких людей в других регионах не существовало. Те люди, которые занимаются этими вопросами профессионально, которые стараются аргументативно, обоснованно, как-то подтвержденно с помощью каких-то аргументов, мысленных экспериментов, того же самого концептуального анализа ответить на все эти вопросы, обычно эти люди в истории философии получали ярлык «философ». Нет. Существовало огромное количество философов до появления логики. Неожиданно. Подавляющее большинство философов логикой вообще не пользовались, даже когда логика появилась. Вообще, профессиональное философствование, это, наверное, удел, я не знаю, последних, может быть, трех, может быть, четырех столетий. Профессиональное. Ну ладно. Конечно, мы можем еще к средневековью, конечно, здесь окунуться, но насколько оно там было профессиональным, потому что тут как бы, понимаете, ваша основная задача доказать постулаты, которые изложены в Библии и в догматике христианской. Хотя были попытки рассуждения на разные темы, безусловно. Ну и христианство относительно логично. Окей, согласен, здесь бы я согласился, но все-таки огромное количество... Ну, начиная с Вольфа, думаю, идет. Да, тот вопрос вообще, с кого начинаю. Вольф, кстати, хуёвый философ сам по себе. Но, возможно, с него оно и идёт, действительно. Тут действительно очень много нюансов, которые вот эти вот рационалисты, они упускают. Тот же самый Аристотель, мне кажется, не вполне профессионально занимался своей деятельностью, по крайней мере, потому что он создатель своих подходов, это во-первых, да, а во-вторых, мы знаем о его рассуждениях только исходя из, в общем-то, соответственно, лекций, которые записывали его, по сути, ученики. И что мы при этом видим? Что мы при этом видим у Аристотеля? Все ли там у него доказано, все ли у него рассказано? Да нет, далеко не все. Его тексты больше похожи на учебники.
Ну, одно дело это текст, где вы аргументируете свою позицию последовательно по каждому пункту, каждый аргумент пытаетесь вывести, аргументировать и так далее. У Аристотеля это не так. У Аристотеля это учебники прежде всего. Учебники, где иногда попадаются рассуждения. То есть немножко другой жанр. Я бы даже более того сказал, уже Аристотеля мы не видим полноценного жанра вот этого всего доказательства. Оно довольно фрагментарно. Более того, следует заметить, что все последующие философы, по большей части, может, за исключением некоторых средневековых и за исключением Спинозы, они по степени такой доказательности, они в несколько раз слабее Аристотеля нередко. Ну, просто потому что Аристотель нередко такая вершина аналитического мышления до возникновения аналитической философии. Ну, может, за исключением Спинозы. Все остальные в меньшей степени прям вот что-то логически тотальное выводят. Их работы тоже нередко очень сильно похожи на какие-нибудь там учебники с иногда попадающимися доводами, материалами и так далее. Разные времена. И сейчас, на самом деле, если вы... Ну, это просто ложная информация. Категорически ложная информация. Ну, я понимаю, что, опять же, всякие там аналитики, долболитики, хуелитики, они читают в основном Платон, Аристотель, может, немножко Средневековье, Декарт, Бекон и Юм... вот Кант, Гегель, может быть, и аналитическая философия, да, дрочеры на аналитическую философию, вот такой стартер-пак у них приблизительно. Но огромное количество людей, которые называются философами, они, ну, мало чего обычно доказывают. Они концепты выдвигают, продвигают эти концепты. Ну, может быть, приводят какие-то соображения в их пользу, но эти соображения далеко не всегда тотально логичны. И далеко не всегда занимают большую часть их занятий. Более того, если бы главным критерием философии была бы аргументированность, философы бы соревновались в количестве аргументов. Более того, если мы аргументы считаем главной категорией философии, важно понимать, что тогда ученые и теологи тоже становятся философами. Потому что, ну, теологи многие являются логическими теологами, которые идут непосредственно от Фомы Аквинского. Ну и, соответственно, куча филологов, теологов, они философы, получается. И ученые тоже философы, потому что они тоже аргументируют, и тоже в соответствии с логикой. Так тогда получается, что в соответствии с этим подходом к описанию философа у нас куча людей, которые философами не являлись, ими становятся. А огромное количество людей, которые признаны философами в истории философии вообще всеми людьми, типа там, не знаю, досократиков, софистов, современников Сократа, там, всяких киников, даже эпикурейцев, хотя у эпикурейцев есть попытки какие-то, ну, там контраргументы в основном, там опровержения, эпикурейцев, там, я не знаю, скептиков, вот всех этих мы уже философами, видимо, не признаем почему-то. Киренаиков не признаем, видимо, в качестве философов. Потому что, ну, основные занятия, которыми занимались эти люди, это были далеко, собственно, не досужие вот такие вот теоретические рассуждения о какой-то неведомой хуйне. Потому что нередко представители вот этих вот так называемых сократических школ, они занимались, по сути, практикой жизни и кекали над Платоном, таскали к нему в Академию куриц, насмехались над его тупыми методами, абстрактными, идеалистическими. Короче, и по-всякому, в общем-то, унижали товарища Платона. По крайней мере, это из анекдотов видно. Ну, просто, опять же, неожиданно получается, что когда мы смотрим на представителей всей вот философии, которая уходит от линии Платон-Аристотель, ну, не всей, большей ее части, не читая поздний стоицизм и поздние всякие там неоплатонизмы и так далее, которые завоевали в итоге античность, мы просто сталкиваемся с радикальной критикой вот этого дискурса, на который Лемон опирается. То есть, в итоге, в конечном, оказывается, что Платон и Аристотель не единственные философы, их последователи, и Платон и Аристотель, ну, постоянно с говном мешали, без остановки. Прям вот большая машина цемента с говном завелась, и Платон и Аристотель в самом центре были этой машины. Их там, короче, нормально так заворачивали. Были такие ранние номиналисты, как, собственно... киники, собственно, как основатель кинизма непосредственно, Антисфен, который, собственно, выступал против логики и всяких абстрактных методов, потому что, ну, по сути, он, ну, один из первых, получается, ну, может быть, не один из первых, но из истории это один из первых человек, которых я знаю, который сформулировал идею, похожую, ну, на номинализм полноценный.
Вот при номинализме, ну, по-моему, очень понятно, что из него никакие логические исследования просто не идут. Если у вас общих понятий ни в каком смысле не существует, это просто фантазия в голове, но у вас никакого познания из этого не складывается. Вы не сможете с помощью логики сделать так, что ваши представления в голове будут соответствовать действительности, потому что с помощью логики вы выводите какие-то дополнительные представления, выходящие за пределы действительности. То есть логика обрекает вас на ложность. Понимаете, в чем дело? Это может звучать парадоксально, да, но это вполне последовательная позиция адекватного, нормального, здорового номиналиста. Логика обрекает вас на ложность, потому что вы не можете, она не может соответствовать действительности, согласно с нашими методологическими базовыми убеждениями. Через каким-то мистическим опытом и откровением. Интуиция в философии понимается в довольно строгом, сухом и не мистичном. По-разному. Интуиция в философии по-разному понимается. Опять же, мне не нравится, что всякие лемоны, хуемоны и прочие, короче, люди пытаются сделать из философии какую-то, в кавычках, точную науку, в которой есть какая-то точная методология, в которой есть точное определение, интуиции. Но это полная хуйня. Ну, как бы это так не работает. Я сожалею, конечно, да, что вот приходится такие вещи говорить, вроде бы банальные, вроде бы понятные из прочтения любого учебника по философии, что общих понятий в философии от слова, ну, не так уж и много на самом деле. Даже с бытием, блядь, проблемы происходят. Вот вы как к бытию относитесь? Обобщенно? Или как Хайдеггер? Вы можете применять его к человеку или не можете? Вот что такое онтология? Да? Что такое то, что есть на самом деле? Как оно работает? Да по-разному оно работает у разных мыслителей. Вот. Но сейчас вот... Нет, понимаете, Вячеслав, слова-то в обыденном языке, он говорит, работают по-разному. А вот философии! Вот философии точные термины. При том, что философ — это как раз наоборот любители создавать собственный словарь нередко, да? То есть мы нередко можем встретиться с такими философами, у которых есть собственный личный словарь, который неплохо было бы изучить перед тем, как вы начинаете работать с этим философом. Ну или в процессе его изучения, когда вы читаете его книги. Из популярных позиций в современной философии, которая вот и задает концептуальный анализ термину «истина». Мы говорим, что вот истина — это некоторая пропозиция, ну, убеждение, да, высказывание, которое прямо соответствует какому-то факту. То есть мы берем высказывание... Ну, чаще всего не факту, большинство философов так не трактуют. Лемон, ну, боже мой, зачем ты обманываешь людей? Зачем ты это делаешь? Ну, тебе делать, что ли, нечего? От какие-нибудь логики так думают по большей части. Представители аналитической философии. Большинство реальных больших философов считали абсолютно по-другому. Ну чё ты начинаешь, короче? Как ее называют там? Солнце — это звезда, вот эта пропозиция, да? И эта пропозиция истинна. Почему? Потому что она соответствует какому-то факту, реальности. Нет, она определению соответствует просто. Это чашка, это никакая не истина, это просто я даю определение чашки. Чашка — это определенный сосуд, допустим, имеющий какую-то вот такую вот форму с ручкой, ну, из него пьют чай, допустим. Да, ну, это плохое определение чашки, скорее всего, но я, допустим, дал такое. Это нихуя не истина. Это не истина, это просто определение. Соответственно, астрономическому факту о том, что Солнце — это звезда. И мы говорим, так это пропозиция истина, это верное суждение о том, что Солнце — это у нас... звезда, солнце. То есть одно абстрактное множество равно другое абстрактное множество. При этом абстрактных множеств не осуществлено одно, нет. Один объект принадлежит какому-то абстрактному множеству. Ну какая-то истина. Ведь абстрактное слово «звезда», оно не существует в реальности. Как оно может соответствовать реальности? Ну, буквально звезд в реальности не существует. Существуют конкретные небесные объекты, ну, которые, в общем-то, производят конкретные, собственно, реакции. А, ну, наверное. Не факт, конечно, но наверное, да? То есть, опять же, подойдем с точки зрения номинализма. В высказывании «Солнце есть звезда» нет никакой истины от слова совсем. Это просто удобное словоупотребление в рамках номинализма, которое позволяет нам, не знаю, просто хуйни какой-то наговорить, не знаю. Есть какой-то кластер объектов, которые мы условно объединяем как единые объекты. У них есть, на наш взгляд, какие-то общие признаки. Все. Здесь никакой истинностной категории, ну не знаю, в рамках ряда дискурсов вообще быть не может. На анализ или какую-то концептуальную инженерию. И у нее, вероятнее всего, будут проблемы. Вот скажу сразу, это, конечно, беда для философии. Философии за все 2000, там сколько, 500 лет она существует, не было сделано ни одного успешного концептуального анализа. Успешный концептуальный анализ — это такой, который бы исключал все возможные контрпримеры и отвечал нашим базовым интуициям о том, что мы имеем в виду под этим термином. Почти все концептуальные анализы имеют контринтуитивные пограничные случаи, которые, ну, непонятно как разрешать для данного контекста. Только проблема заключается в том, что если философия не имела ни одного примера
удачного концептуального анализа, это значит, что и наука тоже не имела, потому что наука базируется на философии. Методология науки и базовые положения науки базируются на философии. И в этом плане мы сталкиваемся с очень большой, колоссальной проблемой, которая, ну, прямо... Ну как, наука имеется в виду теоретическая наука. А, не имеется в виду, да, постулирование в духе «смотри, звезда» там и вот это вот все, да, и описание каких-нибудь там зверюшек, это не наука еще. А именно теоретическая наука тоже не имела таковых прецедентов. Просто именно потому, что для того, чтобы эти прецеденты состоялись, все это должно снизойти до философии к самым истинным, определенным и доказанным понятиям. Но этого нет. И вот эти пограничные случаи обнаруживаются обычно в некотором, ну, гипотетическом споре. То есть я это описал в рамках следующей формы. То есть у нас есть, как я сказал, философская проблема. Мы на нее предлагаем некоторую гипотезу. Назовем ее гипотезу 1. Сразу же к ней, либо с вашей стороны вы можете это заметить, либо со стороны сообщества, в котором вы эту гипотезу предлагаете, может возникнуть критика. Ну, собственно, в дискуссионной части вы могли заметить, кто в ней присутствовал на прошлых занятиях, это и возникало. Кто-то говорит, на эту проблему надо отвечать так. Второй говорит, нет, тут проблема, а такой ответ не лучший, нужно как-то по-другому отвечать. Начинается спор, дискуссия. Хороший спор включает, соответственно, хорошую критику, то есть не просто ты не прав, потому что не прав, а ты не прав обоснованно, потому что вот твоя гипотеза содержит там либо противоречия, либо контрпримеры, либо какие-то неточности, контринтуитивности. Поэтому критика очень важна. Почему критика важна? Потому что она позволяет нам двинуться к уровню гипотезы 2. То есть мы начинаем нашу гипотезу редактировать после критических замечаний, если эта гипотеза не была уничтожена. Мы ее редактируем, и потом возникает критика под номером 2, и возникает следующее предложение, гипотеза 3, и вот так вот оно диалектически через вот это вот развитие сопротивления со стороны критических выпадов и движение тезиса, который пытается ответить на вопрос, на ту или иную проблему, и развивается философское знание. С моей точки зрения, конечно, не только так философское знание работает, так и, в принципе, может работать любая форма мышления, и, могу сказать сразу, она приводит к довольно успешным результатам. Не всегда она гарантирует, но, по крайней мере, этот метод достаточно хорошо позволяет прояснить, что вы имеете в виду, и... В общем, этот метод вам ничего конкретно не гарантирует, было уже заявлено. Истины добыто не было, нету ни одного примера применения данного метода успешного, чтобы что-то там доказали в конечном итоге. Но он, это правильное мышление, это все правильно, это все нормально. Не перепутайте обязательно, не перепутайте. Метод безуспешный в 100% случаев, ни разу не сработал и, может быть, никогда не сработает, но именно это и есть правильное мышление. Вот такой вот вывод. Вот вам завершение лекции. Отлично. Там прояснить в том числе собственные взгляды на тот или иной вопрос. Не, ну прояснить собственные взгляды, конечно, хорошо. Ну, взгляды можно описать. Взгляды можно их рассказать, соответственно, разными способами. Можно даже не давать определения, например. Можно даже в их метафорической форме преподносить красиво, образно. Это даже иногда будет более понятно, чем в сухой логической форме их выражать. Потому что, ну, например, ваши взгляды могут включать некоторые метафорические представления. И никак иначе, чем метафорой, некоторые вещи, ну, описать у вас точнее не получится, да? То есть метафора может быть куда более точным средством описания ваших представлений, чем что-либо еще. Например, как описать абсолютный скептицизм? Ты даешь терминологию четкую, состояние, в котором нет мнений у вас, да? Вот состояние абсолютного скептицизма – это состояние, в котором у вас не имеется мнений. А, убеждений, точнее, да? Ну, синонимы. Вопрос. Как дать человеку понять это состояние? Для него это просто набор слов. Он ничего не понимает в этом состоянии. Он в него никогда не входил, он не знает, как в него войти. Для него это просто, ну... слова. Как описать, как с этим работать? Ну, я работаю с помощью стихотворений, прозы, там, постепенного прояснения через художественные элементы, как персонаж сначала там имеет убеждения, потом постепенно убеждения не оправдываются, он находит другие убеждения, эти убеждения тоже не оправдываются, он двигается к скептицизму, соответственно, лишается убеждений. И таким образом находит жизненный путь именно благодаря тому, что лишается этих самых убеждений, да? То есть художественная форма позволяет прояснить нам, что такое скептицизм, лучше нередко, чем, ну, например, форма аналитическая. Ну что, ну, это не только со скептицизмом так работает, это работает с огромным количеством разных явлений нашей жизни. Потому что описать художественно порой даже важнее, чем не художественно. Как передать красоту, подумайте, да, определением, что такое красота? Да, то, что мы считаем прекрасным. А что такое прекрасное? Это все наборы слов. Это все наборы слов. А что я должен испытывать, когда я чувствую красоту? Как я в определении заложу то, что я должен испытывать, когда я вижу красоту? Да, когда я ощущаю красоту. Здесь уже работает искусство скорее.
И оно нам в большей степени позволит многое понять. Притом, замечу, что категория эстетики, категория красоты нередко проявляется в гносеологии, ну, в теории познания, эпистемологии, как хотите. Ну, ладно. Для примера можно обратиться там к диалогам Платона, которые вот, соответственно, эту структуру придумали. Как вы видите, оно очень похоже на то, как работает современная наука. То есть возникает какая-то проблема, для нее предлагается гипотеза. Эта гипотеза либо фальсифицируется, либо подтверждается. Ну, то есть критика, да, возникает. Если гипотеза фальсифицируется, мы ее дорабатываем. Возникает новая гипотеза, ждем фальсификата. Пока фальсификат не возникает, мы этой гипотезой пользуемся. То есть это даже... Фальсификаты относятся только к теориям, это во-первых, да, их можно фальсифицировать. Более того, теория является фальсифицируемой только в том случае, если автор заведомо, ну, случай фальсификации указал и продумал. Любое высказывание против какой-то теории не является фальсификацией в чистом виде. В этом проблема многих философских позиций. Многие философские позиции заведомо не фальсифицируемые. Это фундаментальное непонимание того, что такое философия в данном случае. И, кстати, фундаментальное непонимание Поппера. Потому что фальсификация – это параметр научных теорий для Поппера. И, соответственно, наука отличается от религии, отличается от философии именно тем, что ее теории, конкретно теории, то есть большие, сложные, массовые, базовые положения, которые объясняют устройство там, законов мира и вообще все вокруг, вот такие вот вещи, в общем-то, что они могут быть опровергнуты. Философские теории не следуют опровергаемости. То есть в этом и весь парадокс. Вы с большим трудом можете опровергнуть марксизм. Ну, просто потому, что он в достаточной степени сформулирован крайне абстрактно. Также вы с трудом можете опровергнуть психоанализ, потому что он тоже сформулирован достаточно абстрактно, и практически любую ситуацию в психической жизни человека он может объяснить. Причем довольно забавно, что Лемон называет вот отсутствие всякой определенности частью обыденного языка, потому что в философии, ну, многое не определено. В искусстве многое не определено. Искусство не есть часть обыденного языка. И философия, большая часть философии не есть часть обыденного языка. Огромное количество философов не занимались определениями тех понятий, которые они используют. Нередко проясняются только какие-то особо важные термины, и то не в форме определений бывает. Но мне просто кажется, блин, у меня какой-то, что ли, особенный опыт чтения философии. Почему-то многие люди не читали тех же авторов, которые я, или еще что-то, или не так как-то читали. Мы как-то что, по-разному книжки читаем, может быть. Ну ладно, бывает. Ну да, наверное, это правда. Он, конечно, в счете не получит определение добра, но в будущем он уже не будет так думать, ну, если он рациональный агент, а не идиот. В этом плане философское мышление работает... Ну, я замечу, что Лемону уже много раз приводили в качестве примера контраргументацию против его критики, что атеизма, что не атеизма, что, соответственно, симуляций. Реакции ноль. Из этого я вывожу, что Лемон не является рациональным агентом, и он, простите, идиот. Я извиняюсь, конечно, но у меня вот такие вот положения. По своему же собственному убеждению, Лемон должен называть себя идиотом. Вот у него такие убеждения, он считает, что вы либо рациональный агент, либо вы идиот. Лемон не рациональный агент, очевидно. Поэтому он идиот. Все. Доказательство проведено. Закон исключения третьего использован, потому что вы либо рациональный агент, либо вы идиот. Да, вот законы логики Лемон. Да, рациональный агент — это человек, который, соответственно, признает свои ошибки в данном случае в споре. Лемон свои ошибки не признает. Значит, он идиот. Конец. Доказано.